Мур, привет, друг, это Зверько. На тестовый выкатили нового персонажа, Грейнджер. Ага, Гермиона. Внешне персонаж похож на нечто среднее между Вэшем Ураганом из Тригана и Винсентом из Final Fantasy VII. Выглядит парень стильно, что по навыкам. Пассивка. Грейнджер пользуется револьвером, где последняя пуля наносит критический урон. Поэтому ему добавили лишь немного силы. Например, у Клинта базовая сила 115, а у Грейнджера 125. За это он расплачивается. А. Получает лишь половину к скорости выстрела от эмблем и предметов. И Б. У него есть перезарядка для автоатаки. Но посмотрим, может это как-то будет исправлено применяемыми навыками. Первый навык. Грейнджер, как старый Клинт, выстреливает очередь по направлению вперед. Во время выстрелов может двигаться и использовать второй навык. Плюс в том, что при применении мгновенно заряжается весь барабан патронов и наносит серьезный урон, учитывая критическую пулю. Минус. Когда у Клинта был этот навык, он позволял расправиться с преследователями или с нубами, которые не умеют мансить, то есть двигаться из стороны в сторону. А в наше время в игре куча персонажей еще и с прыжками, которые нивелируют этот навык полностью. Второй навык. Грейнджер совершает прыжок, и его следующие две базовые атаки получают бонус в 10% урона. Если этот навык на перезарядке, а ты наносишь урон первым навыком, то перезарядка второго навыка сокращается. И ульта. Вэш, то есть Грейнджер, делает 3 выстрела, совершая перекаты в выбранном направлении. Снаряд летит далеко, снаряд летит быстро, наносит урон по площади и замедляет на 80% бега, но довольно слаб и прицеливание пока серьезно глючит. И эти 3 выстрела не наносят достаточно серьезного урона. Итак, что нам с тобой вручили? АДК с серьезным ограничением, где первый навык составит проблему лишь неопытному противнику. Второй – это перемещение и арт-подготовка от ульты, то есть он подвижный, а урона не ахти. Самостоятельным АДК, который может побегать соло, я его не вижу, и очень надеюсь на усиление перед выходом. Напиши, что ты думаешь о персонаже в комментах, подпишись на канал и не пропустишь следующее видео. Не забывай о лапке. Кстати, скоро будет сравнение урона Рафы и нескольких магов, не пропусти. Удачи, друг!